Доброе утро, мои хорошие. Я уже выпил чашечку кофе, сейчас еще будет, и вторая, и третья. Сижу, разбираюсь вот с этой историей. У меня 4000 баллов. 1000 я потратил, ну как потратил, оформил на Бетховен магазин собачий. Вот, сейчас пойду в магазин, затарюсь. Так, я промокод вам показываю свой. Ну как крышу. 2000 почему-то я потратил на магазин женского белья. Почему? Хотя я оформлял магазин столичками. Ой, это аптеку. Мне она важнее. В общем. Асюша, привет. Как дела? Кстати, по поводу... Короче, сейчас буду дальше оформлять. У меня еще 2000 зависли. Вот, надо что-то потратить. Зато видео выйдет, а вы оформите. Итак, мне тут вчера пришел сироп для кофе, банан. Ребят, ну такое говно. Ну такое говно вообще. Ну просто, нет слов. Короче, если вы хотите кофе с бананом, со вкусом бананов, наверное, нужно купить банановое молоко. Точнее, молоко с банановым вкусом. Вот это не берите, ну вообще, ну мне не зашло. Сладкая херня с легким-легким ароматом банана. С легким. Так, дальше. Что вы? Что вы? Что мы скучаем? Что мы скучаем, мои кисы? На улице просто волшебно. Впрочем, как и всегда. Впрочем, как и всегда. О, сейчас поеду кататься на велике. А вечером вот этим магазином собираю все. Чемодан подарков. Подарков. Попрошайка одна осталась. Ась, надо ее как-то поделить. Хотя подожди. Как они придут, а? Ась. Блять. Сейчас. Секунду. Ась. Ась, подожди, надо поделить. Она одна, а вас две. О. Ой, блин, пальцы откусишь. Все. Собираю подарки. Это вот Артему. Зарядное устройство без... проводное, наушники Тёме, очень он хотел наушники, Вика говорит, хочет, получит, такие красивые ему для того, чтобы играть. Мне кажется, прекрасный вариант. Так, по поводу продукта вот этого, очень много вопросов. Девочки, его наносим на влажные волосы, несмываемый крем, несмываемый, защищает цвет от вымывания и восстанавливает волос. Очень крутая рабочая штука, очень крутая. У этой серии розовой, такой даже не розовый, да, это на фуксия или розовый, 4 всего продукта, шампунь, кондиционер, который дает нереально крутой блеск, и также 4-я позиция, сейчас вам покажу. Вот такой ламинирующий спрей после окрашивания. Он смываемый. Поэтому вам он, наверное, не нужен. Хотя, может быть, если кто дома делает окрашивание, почему нет? Но это вообще салонная история. Вот. Этот крем можно использовать дома. Также используйте шампунь и кондиционер этой серии. Эта вообще серия создана для очень ярких цветов волос. Очень ярких оттенков. Для сохранения можно дольше. Цвета. Смотрите, вот такая маска.
Маска Google Rich Repair, интенсивное восстановление для сухих поврежденных волос. Сейчас. Вот. Восстанавливающий. В общем, восстанавливающая маска. Уход за 60 секунд. Эту маску нужно выдерживать на волосах 60 секунд. Как правильно использовать вообще маски? Я сейчас вам расскажу. Вы используете шампунь. Конечно, желательно все это, чтобы было в тандеме, да, то есть и у них есть такой же шампунь, вот он, кстати, что я вот рассказываю, вот он шампунь, тоже сестре, будет счастлива. Используйте шампунь, дважды моете волосы, второй раз вы даже можете шампунь на волосах выдержать, смыть, нанести маску, внимательно, нанесите маску, выдержите 60 секунд, смойте и сверху. И дальше наносите кондиционер. Любой кондиционер, который вы там себе подобрали, используйте его и смываете. В чем прикол? Маски работают на внутреннюю структуру волоса, на внутреннюю. То есть вы должны сначала наполнить волос, да, а потом запечатать. У бальзама, у кондиционера, да, у них более кислая среда, и чешуйки закрываются более интенсивно, чем у маски. Вот, поэтому маской мы питаем, наполняем волос и сверху закрываем кондиционер. Маску смываем, используем кондиционер и смываем кондиционер. Естественно, как я могу сестре не привезти свой любимый вкус вилл, эти маски. Вот эта маска мне безумно нравится. Она с гиалуроновой кислотой, как она правильно там, альфа-липовой, да. Короче, с таким пощипывающим эффектом. Супер маска. Вот эта маска реально очень крутая. Эта маска мне меньше понравилась, угольная. Вот. Но она имеет место быть, почему нет. Это первый шаг. Вы наносите ее, выдерживаете 15-20 минут, да? По-моему, 15-20 минут. Да, 15-20 минут, я уже все знаю, блядь. Вот. Потом смываете и наносите вот эту маску. Шикарно. Вот эта маска прям мне очень нравится. Она даже, мне кажется, пробуждает с утра, если ее делать. Вот, крем для лица, мне тоже нравится, очень легкая текстура, на лето прям вообще супер, почему нет, ну вот крем питательный, хотя питательные кремы мы должны использовать, чтобы вы понимали, в зимнее время, а летом нужно использовать увлажнение, но вообще лучше все это чередовать, естественно, и как, знаете, как все равно, что пить и есть человеку, вот то же самое с лицом, это питание, нужно еще и увлажнение. Летом, конечно же, лучше больше увлажнять. Вот. Вот такое гидрофильное масло. Вот видите, оно двухфазное. Сбалтываете. Вот видите, становится такой однородной массой. И умываетесь. Это для снятия макияжа. Я тоже и такое использую масло. Не всегда, но использую. Мне в принципе нравится. Вот. Поверьте, хуже точно не будет. Знаете, как говорит моя подруга из Бельгии, не поможет, но и не помешает. Вот это прям вот случай про вот эту историю. Вот. А, я еще купил, кстати, вчера увидел в магазине, на этом, как в Вайперисе. Короче, здесь 8, по-моему, специй разных. По-моему, 8. Сейчас, секунду. Так. Да, 8 мельниц. Представляете, тут чего только нет. Черный перец. Это просто, мне кажется, набор для тех, кто готовит, просто идеальный. Тут каких только специй нет. Так. Вот, приправы итальянские травы. Приправа курицы. Приправа к мясу. Приправа смесь перцев. Приправа чеснок травы. Это вообще бомба. Я обожаю такие специи. Собственно, черный перец. Ну, а чего только нету здесь. Тоже поедет это все в Красноярск. Такой в прикольном дизайне, в подарочном. Супер. Распакую в Красноярске сам лично. Я знаю маму. Она будет ее хранить. В запечатанном виде. Как-то маме подарил на дачу. Такой, знаете, ставишь такая собака, а у нее во рту фонарь. И она заряжается от солнца. И, то есть, вечером... работает как фонарь. Вот. Что вы думаете? Моя мама дом поставила. Там говорит, сейчас такую красоту, говорит, буду отвозить на дачу. Ну, в общем, мамы такие мамы. Поэтому кроватку заправить.
Кто здесь? Кто здесь? Он джинсы перестирал. То в Красноярск лететь. Обязательно буду брать их. Не понимаю, что там с погодой. Кстати, для алкашей. Для моих любимых подписчиков алкашей. Вот такую янтарную кислоту я пью. После бухания на следующий день. 3 таблетки. Дозировка 400 мг. 3 таблетки в день. Естественно, не за раз, а в 3 приема. Шикарная, просто шикарная тема. Я раньше не знал про нее. Видите, как я употребляю часто? Вот. Доброе утро. Доброе утро. Сейчас буду кофеек пить. С банановым сиропом. Надо его допить. Никакой вообще. Не берите. Вот его не берите. Все, начинается сверление. Давайте, мои хорошие. Пока-пока. Встретимся, может быть, даже на велосипеде. Всем хорошего дня. Улыбайтесь.